Привет, друзья, с вами Russian Inzook, и это онлайн мясо по игре Gotham City Impostors. Это такой шутер от первого лица сетевой. Мы будем играть в командный режим Джокеры против Бэтменов. О, что там за крики я слышу, я не знаю. Вот, сейчас, в общем, мы играем за команду Джокеров. Значит, в моей команде играет Октерка, Тимофей, Киллер Перо, Торрес, Блюр, Макс и Кул. А против... А, Ванес против нас, кстати, играет. Офигеть. В общем, Бай Лизард против нас играет. Таклет Острич, Russian Player 45, Алекс Вайт МС, Ванес Аганесян, Челси Рулит. В общем, это наши все игроки, мейсеры, можно сказать, иксбоксовские. Ну, их закинули в противоположную команду, и сейчас придется их мочить. Макс что-то застыл. Камон, Макс, погнали. Пора их валить. Нафиг. Тут есть классы игроков. Я создал свой набор оружия. Пока он не очень такой, скажем так, хороший, ну, эффективный. Я объясню потом, почему. Я себе взял катану. Ну, там, катану. Вот сейчас я попробую. Кого-нибудь. Кого-то зарубил. Черт! С катаной нужно просто к человеку подбежать вплотную. Я заметил, что многие игроки, у кого катан, они используют роликовые коньки. Вот, у меня пока их нет. Точнее, ну, я не стал их брать. Может, в следующий раз попробую это сделать. Не знаю, как получится. Вот. Ну, а сейчас мы будем мочить. Так, наверное, все-таки надо звук игры немножечко убавить, потому что, я думаю, во время выстрелов вам меня будет не очень хорошо слышно. Okay, let's try this out. How's my levels? Так. Ну-ка, нормально. Что-то я не пойму. Убавилось, нет? Так, меня убили пока и тут. Ну ладно. Фиг с ними. Так, пока счет 8-13, Бэтмена ведут. Надо срочно драть ему задницу. Ого, я вижу, вижу. Где ты, Бэтменюга? На! Черт! Куда он делся? Сука! Челси меня заколбасил. Блин, хреново против своих играть, ну ладно. Что поделаешь? Мясо есть мясо. Рви всех, кто против тебя. У меня что, такая вот приблуда есть хорошая. Она есть у многих, в принципе. Ее можно... Тут можно себе проставить, какой ты хочешь. Амундирование, а это называется, типа, кастом. Так. Ну чё, чё, где они? Где враги? Сверху есть радар слева. Он показывает, где они находятся, вон они, где находятся. Я мину поставил, у меня нет взрывчатки сейчас, у меня есть мина вместо нее. Это свой, хорошо. Куда побежали-то? Всех перебили там, что ли? Ну, подобно же не всех. А, у него щит, 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 щит. Ай, фак. Так, 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 так. Вот, кстати, можно будет поменять, в принципе, себе лоудаут. А, стандартный, там у меня будет тогда дробаш. Блин, свои. Пугаюсь. Так, ну-ка я сейчас вот там сверху заседу. Смотрю, где враг. А вот они. Сдохни, сдохни, сдохни! Тварь бэтменская. О, с ракетницей, чувак! Ай! Он гранату бросил! Только мину мою не взорви! Так, видать, мину мою уничтожили, она после смерти самоуничтожается, я еще не понял этого. Ай-яй-яй, кто-то лупит сзади. Алекс Уайт меня заколбасил, причем зарезал. Ну ничего, мы еще отыграемся. Черт, 19:39, мы просираем, ребята! Джокеры, поднажмите! Не убил, убили другие. Ну ладно. Так.
Это, кстати, восстанавливает жизненные патроны, зеленая хрень, которая там стоит. Мне пока это ничего не нужно. Так, вот сюда, что ли, забраться? Вдруг сейчас кого-нибудь запалю отсюда. Так, там наш череп, по-моему, был. Сейчас кто-то, враг там лазает, да? Что-то они все куда-то распространились. Я не понял, куда. Блин, ну где вы все? А! Сзади кто-то упит! Сзади, сзади! Дохните, суки, дохните! Так, а там не обойти, что ли, никак? Блин, хотел сзади обойти чувака. Так, ну-ка. Есть, сука! Я могу еще так закрываться. Не знаю, может, это попадание в голову защищает. Ай, да, какие-то пули отбиваются, но... Против ружья это бесполезно. Так, тут надо бы мину оставить. Тихо. Ой, там Бэтмена мочит. Мочите его, отлично. Кто сзади, там парадар, вон. С ракетницей, сволочь. Еще один. Двоих сразу зафигачил с ракетницей. Лизард. 35-62. Охренеть, мы всасываем. Ребята, Джокер вас не простит. Ракетница, сука. Блин. Кстати, я тоже могу ракетницу взять, если что, потом. Ну, в другом раунде. Не в этом. Блин! Да, я, честно говоря, думал, что тут на минах можно поднять неплохо, но на самом деле оказалось, что на минах тут очень сложно поднять, и, наверное, надо будет мне менять снаряжение у себя, мину нахрен убирать. Сейчас поставлю, потому что кто-нибудь нарвется, нет. Опа. Макса завалили, тихо. Сука! Че, не сдох, что ли? Да блин, охренеть, живучий какой, а? Так. Бетса победили, елы-палы, что за фигня такая? А, и вот они на три первых места в их команде. Алекс Уайт, Аванес Аганесян и Челси Руль. Это все, короче, наши чуваки. Блин, почему их не в мою команду закинуло? Так. Ну, я думаю, мы сейчас еще раундик отыграем, если... Тут открывают всякие новые вещи, тут голос какой-то, тут тип лица. Вот, показано, сколько я убил. 6 убил, 12 сдох. Это вообще, конечно, пипец. И на предпоследнем месте оказался, в отличие от Тимофея, который убил 0. Ха! А, ну не в отличие. Ну ничего, мы еще отыграемся. Тут какие-то даты банды не загружаются. Ну что ж, давайте... Сейчас через 30 секунд начнется следующий раунд. Нас, наверное, перекинет уже наоборот. То есть будем мы играть за Бэтменов, а они будут играть за Джокеров. Так, актерка. Мы не хотим слушать твою музыку. Так... Ну что, одна секунда сейчас попрет. А, еще 13 секунд. Так, карта что, та же самая, по-моему, Arkham Asylum. Если я не ошибаюсь, если она же вроде бы и была. Так, а смотрите, я уже с Челси играю, да?
со своей. Ну, короче, тут каждый раунд игроков туда-сюда колбасит. То одну, то другую команду. Такая фигня, короче. Arkham Asylum Team Deathmatch. Итак, вот у меня. А теперь мы, да, играем за Бэтмен. Есть Кустун 2, тут вот есть пулемет, ракетница. Давайте попробуем этот взять. Вид. Снаряжение. Ну что, ребятки, готовы. Сейчас мы должны затащить. Ракетница может поначалу показаться крутым оружием. На самом деле она тоже не очень такое прям крутое. Зарядов много, но она как-то бывает не с первого раза может убить даже. Чтобы убить, надо попасть точно во врага. А если ты, она взорвется рядом, заряд с ним, то он, скорее всего, не умрет. И это немного странновато для ракетниц. Так, что тут? Где эти джокеры? Позорные. Где ты, джокер? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что там? Тут там... Ай! Так, я мне тоже... Сейчас ракетницу возьму. Блин, я сам себя убил, что ли? Как так-то? Чё за фигня? Из-за этого я заработал 0 очков, короче. Вот такая фигня. Так бывает. Мы тоже можем летать. Мышь летучая мыши. Где весь враг-то? Там. Я свой. А вон они. Целая толпа джокеров, короче. Тут кто-то сзади еще пристраивается, я так понял. А вот он! Мочите его, блин. Как всегда, блин. Мне слава не досталось. Только килл-ассист долбанный. Я не хочу быть килл-ассистом, я хочу быть убийцей. Так, подарочек. Что мне дает сейчас, я что-то не понял. Или не я его взял. Так, в этот раз опять команда Бэтменов, но в этот раз моя команда ведет. С большим отрывом в два раза. На самом деле между Бэтменом и Джокером разницы абсолютно никакой нет, у них одинаковое оружие. Они отличаются только внешним видом. Во-во, летит. Так, вон там с ракетницей, чувак, надо тоже пальнуть им туда. Блин, ну я опять никого не завалил. Что удивительно. Ну опять попал же, ну было же попадание. Почему мне не засчитали убийство? Опять ассист. Задолбали меня с этим ассистом. Я их всех мочу. Тут мочат сверху, я не пойму откуда. Ай, блин, я... Короче, опять самоубийство совершил. Фу. Вон Джокер. О, хоть кого-то я завалил, блин. Черт! На, лавир! Зараза, смотался. Ай! На тебе, блин! Все передохли, что ли? Вон там. А, вон он там. Во, ну-ка.
Ну блин, вообще никто не вздыхает от ракетницы, почему? Ай, да что ж такое-то? Лизард меня грохнул. Погнали, погнали, погнали. Опа, опа, опа. На, детка, на. Тишина. И где все-то? Где они пасутся, эти джокеры долбаные? Их столько же, сколько нас. Но их надо еще найти, блин. Нашел! На свою голову! На голову! Кого-то грохнул. Какую-то актерку. Так, приз будет наш. Так, это что мне дали? Ускорение, что ли? Да вы где вы все? О, там движуха, 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 движуха. Там прям я вплотную за их реначил. Короче, кидать взрывчатку и сразу же лупить из ракетницы. Тогда будет эффект. Я так полагаю. Хотя, может, ракетницу там, если можно прокачать, я не знаю, не смотрел насчет этого. Но все очень тяжело дается, вся прокачка. То есть надо очень долго все эти очки зарабатывать. На ПК игра вообще перешла во фри-ту-плей уже давно. В Steam можно, типа, мне бесплатно играть. Но это только на ПК. В Xbox она стоит, продается за деньги, но вот сейчас в Xbox Live за золотую подписку ее дали бесплатно. Кого не вижу? Во-во-во, там чувак. Завалили чувака. Хорошо. О, еще подарок. Я люблю подарки. Скорость опять дали. Сука, ты меня завалить хочешь? На! Я же скоростной чувак. Это тут можно жизнь восстановить. Но очень быстро что-то эти эффект кончается. Так что я не знаю, есть смысл за этим призом вообще гоняться-то. Быстрее убьют, пока ты за ним идешь. Опа! Бетса победили. 75-43, что ли? Так, ну я, блин, опять не попал нифига. В тройку. Блин, жалко. Хотелось бы попасть хоть раз. Ну что ж, я думаю, на этом первая пробная серия завершается. По этой игре оставляйте ваши комментарии. Так, вот у меня 9 убийств, 5 смертей. На третьем месте я в команде, но вот оказался один из противоположной команды, кто больше очков набрал. И что ж, друзья, на этом все. С вами был Рашанин Звук. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, если вам нравится мясо по этой игре. До новых встреч!